Приветствую вас на канале Цвета Охота. Это сегодня уже второе видео. Первое было с адаптацией у нас. Не с адаптацией, с обработкой листвы. Здесь у нас уже вторая часть. Это с сенсевьерией. Собственно, зачем мы и в основном заказы делали? Это для того, чтобы вот этих красоток привести. Ой, с чего начать? Не знаю. Это у нас Iceman 2 в одном. Здесь Iceman также 2 в одном. Это у нас Silver Cooper. Очень хорошая расцветка. В этот раз, кстати говоря, корни он обработал какой-то розовой жидкостью, видимо, да? Это не порошок, он, видимо, замачивал корни. Интересно даже знать, что за препарат такой у него. Здесь у нас... Название видно, я не выговорю, не буду даже пытаться. Опять же, вот видите, розовые. Такое ощущение, что он там их замачивал в этом, потому что корни все розовенькие. Так, дальше у нас здесь Love White War. Тоже хорошенький экземпляр. Прекрасная сансочка. Далее еще давайте вот Snow White покажу. Вот такая вот красотка. Это у нас Honey Sea Star. Вот такая. Да, мы сегодня не одни, мы буяним. С предыдущего видео тоже это все понятно. Это у нас Габриэла Вайт. Так, дальше у нас поехали Экстрим. Такая светлая. Я почему-то думала, что она будет более зеленая. Она прям такая серебристая. Так, а это кто у нас такой малыш? Это макрофила вар. Какая маленькая. Ну, какая варигатная, красивая. Так, это я... О, это красотка пагода. Я вот хотела вживую на нее посмотреть, как много листа. Конечно, не так много у основания, но, надеюсь, за счет такой массивной листовой пластины, количество их, да, она нарастит хорошую корневую. Но в целом-то тут и корни-то есть, которые толстенькие. Я почему-то думала, что основание будет побольше. В общем, вот. Так, здесь, что я еще не показала, это у нас Chow White. Основная масса сенсевьерии в этот раз идет по заказу. Есть, конечно, свободные, но не так много, как в предыдущие разы. Это у нас Love Blue Clone. Красивенький, яркий. Здесь у нас Mini Rose 2 в одном. Такая она мини-мини, красивыми полосочками. Здесь... Название видно, повторять не хочу. Тоже такие на крестатную форму похоже чем-то, но не берусь утверждать. А это у нас Melon 3 в одном. Толстяшечки, жирняшечки. Так, что еще хочу показать? Это Адаман варигатный. У меня их несколько штук. Один, по-моему, там оставался на свободке, если не ошибаюсь. Это Йокма. Там название полностью достану. Покажу. Ой, не достать. Лучше не буду. В общем, клевенькая такая. Ну, прям все розовое. Здесь у нас Pencil Devil. Клевый такой, кстати говоря. Очень понравился. Он такой жирненький. Ой, покажу. Ой, какая она красивая. Прям такие прям правильные листочки друг к другу расположены. Здесь Fat Man. Это у нас... Это Watermelon, наверное. Он самый есть. Видите, какой он хорошенький, крепкий. Мне нравится взрослый экземпляр. Кстати, он у нас есть. Я покажу, какой он будет потом. Это что, они одинаковые, что ли? Это, возможно, что это все одно, а может быть и нет. Панцель Мутант. А, нет, их два. Их два. Так.
Далее здесь у нас силк от варегатной мамы, который был. Дальше силк малышки пошли. Их несколько. Вот они такого плана. И это Сатурн. Здесь несколько. Здесь Сатурн один. А это Судвала. Они Коника Транспорт. Неплохой с деткой, кстати говоря. Она всегда почти с детками приходит. Так, это у нас Snow White еще одна. Далее поехали. За нее, кстати, Челован Вар. Несколько человек спрашивали, но броня дается тот, кто первый просил. Это Топ. Он, по-моему, под заказ. Кстати, есть еще в наличии. И Фрэнси Вайт в регатном центре. Две штуки. Еще один Экстрим. И это у нас Перидот. Тоже по заказу. Бонсель Платинум. Со всех сторон сейчас покажу. Так. Как-то будет не так аккуратно, чтобы никого не забыть, никого не травмировать. Это Марша Джани в регатное. Это Адаман в регатный. Здесь Робуста Фад тоже в регатное. Она тоже по заказу. Так, это у нас поехали Мини Роуз. Еще одна. Два в одном. А эти малышки... Без опознавательных знаков. Кто это? Будем разбираться. Смотреть. По альбому. Так. Дальше смотрим. Это Бонсель Мута. А, да вот там они вместе были, значит, все. Надо посмотреть внимательно по фотографиям, сравнить. Вот, кстати, еще один Адаман есть. Так, это у нас название здесь. Такая. Это еще один Бонсель Дэвил. Журняшечка. Есть у нас Сивот Си варегатная. Кстати говоря, очень неплохая. Я думала, она будет чуть-чуть зеленее того, что сейчас есть. Так, Занзибарика по заказу. Ну и еще одна коробочка. Здесь у нас все. О, какая красота! Банлиторч. Какой здоровый, яркий. Крупный. А это у нас Айсмен. Так, мы берем сюда в сторонку. А это Кисмаяу. Крупная какая вообще. Блин, как мне вас тут. Это Генезис Вайтвар. Это у нас Массиниана Конга. Такая хорошенькая. Это Судвала Пурпл Клон. Здоровая. Просто крупная. Очень, кстати, хорошая пришла. Паттен. Ну, относительно крупный того, что у нас есть в наличии сейчас. Ну, крупнее. Гибрид. Индонезия? Нет? Нет. Индоклон какой-то. По-моему, тоже по заказу. Здесь массанианки. Массанианки. Хани. Баннер, да? Golden Banner. Это у нас Мэдди. Шикарная такая толстушечка. Очень красивого разворота. Это тоже Паттен. И здесь еще Watermelon. Вот крупняшка, про которую я говорила. У нее очень красивый окрас. Это из разряда типа Muffing, да? Она очень красивая и толстенькая, жирненькая. Так, это еще у нас есть Массаниана со светлым центром. Тут у нас есть еще одна макрофила варегатная. Так, еще что не показала. Еще Массаниана. Это у нас макрофила. С прошлого раза, кстати говоря, он как у дети. Даже две. Класс. Потом поехали. Макрофила еще одна. Так, и вот еще не показала я Массиниану Вайт.
Так, а это кто? Это же цимбиформис, да? Стимитарформинс. Ой, какой яркий, какой классный. И в то же время есть и зеленушечка для жизнеспособности, что очень важно. Вот этот хотели несколько, по-моему, человек. Ну вот он один пришел. Я впервые такой вижу. Очень классно. А это у нас Малави, наверное, да? Варегатная. Варегатность есть. А вот эта красотка, она пришла как бы вместе, но в то же время и отдельно. Это был лист, я так понимаю, да, который был укоренен и у которого была детка. Вот она самая, она себя прекрасно чувствует, но вот, видимо, в процессе транспортировки она отделилась. Конечно, это все как бы в одном было, но мы как бы этого не могли предвидеть. По-моему, это было в земле посажено. Вот, здесь у нас Стелла Парва. Такая вот она у нас. Так-то крупная, вот честно сказать. Но вот есть вопрос вот по этому сухому участку. Тайцу спросил, он говорит, ну, типа, это обработано уже, так что, как бы, да и нижние листья, может быть, не так сильно критичны, надо наблюдать. Так, а здесь у нас это Пепита. Вот. Один нижний лист. Но я не думаю, что это связано с какой-то болезнью, потому что это и не мягко, и не сухо, ничего. Просто, может быть, на солнышке выгорело. Либо, может, земля на этом месте лежала, поэтому цвет у нее другой. А вот Фоморн. Центральный лист сушит. Задала вопрос, пока ничего ответа не получила. Будем надеяться, что что-то он скажет. Ну, она так-то крупнее сейчас выглядит, нежели она была до этого момента. Основание все сухое. И, в общем-то, как бы обработано-то неплохо. Почему она сушить начала, я не знаю. Жаль, печаль, но что поделаешь. Так что вот, завтра то, что свободно посадим. И, может быть, еще какое-то видео запишем. Так-то видео тут назаписывала. Надо бы еще как-то это все дело выставить, успеть. Вот, на этом, наверное, все. В две части в этот раз вышло. Времени полдня заняло. Все и разбирали, и обрабатывали. Поэтому небольшое видео по сеансам в этот раз. Памяти не осталось. В общем, надо уже бежать. С детьми сегодня здесь такой кавардак. Разнесли пол магазина. Ой, ладно. В общем, ждем сообщений от нас о том, что мы уже готовы там, да, и фотографии рассылаем. Ставим палец вверх. Подписываемся на канал. Ставим уведомления, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.